Добрый вечер, уважаемые болельщики. За моей спиной практически историческое событие. Первые посетители заходят в крытый футбольный манеж, где сегодня состоится первый в истории этого сооружения официальный матч футбольной национальной лиги. Интересно, кто же станет первым посетителем? Я перезаместитель Тамбовского областного спортивно-тренерского центра «Тамбов», учредитель данного комплекса. Мы рады приветствовать вас как первого посетителя, официального посетителя крытого футбольного манежа. Вручаем вам этот подарок. Спасибо. Надеемся, что будем видеть вас чаще. Да, конечно. Спасибо. И вопрос от нас. С какими мыслями пришли на футбол и какой ваш прогноз? Поддержать команду, конечно, нашу. Я думаю, Тамбов выиграет. Может быть, счет? Сложно сказать, но хотелось бы, чтобы был побольше в нашу пользу. 3-0. Приятного просмотра. Началась игра. Морнин. Навес на дальний угол штанги. Удар с лету. И это бил Сергей Шевчук. Это наигранная комбинация нашей команды. Смотрим мы за этой подачей. Морнин. Навес на ближнюю штангу. Скидка. Горбатюк. Удар. Гол! Александр Горбатюк забивает первый гол Тамбова в 2018 году. Первый гол футбольного клуба «Тамбов» в новом календарном году и весенней части чемпионата. Первый гол в крытом футбольном манеже. 1-0 на 16-й минуте. «Тамбов» выходит вперед. За спиной передача. Павленко догонит мяч. По центру Килоян. Удар, и Рыбин выручает. И повторная попытка, и уже Шлякова мяч попадает. Очень опасно сейчас проник в нашу штрафную, луч энергии. Не сможет Андрей это все сделать. Отлично находит Часовских. Часовских уже в штрафной. Сильный прострел. Кто это футболист в синих футболках? Нет. Направление Часовских. Часовских Килен. Килен штрафной падает и показывает подниматься. Сейчас гол! Андрей Часовских забивает второй мяч в ворота, луча энергии, делает это очень красиво. Прекрасная атака Тамбова и замечательные индивидуальные действия Андрея Часовских с острого угла, с самого угла вратарской площади. Рискнул пробить Часовских и послал мяч точно в притирку с дальней штанги. Большая внушительная стенка игроков Тамбова. Болевич, удар! Финальный свисток.
Мы живем в России, и нам нужно подстраиваться под эти погодные условия. Это великолепное сооружение, которое построили в Тамбове. Хорошее поле, хороший манеж, как бы играть было приятно. Очень приятно видеть, что Тамбов развивается, как бы при мне такого не было, когда я выходил. Очень рад за команду, как бы, что показывает результат хороший, и как бы вообще город развивается. Очень хорошего качества покрытия, удобно, комфортно. Во всяком случае, разве можно сравнить с морозом? Ветер, мороз и все остальное. Там, ну, конечно, приятно играть в таком манеже. Поздравляю всех болельщиков с победой, с первой домашней. Конечно, они наш 12-й игрок. И это, наверное, самое главное, что сегодня сказалось, что мы дотерпели до конца, поддержка трибун. И самое главное, что все были здоровы как в моей команде, так и в Луче, чтобы позволило это дальше продолжать идти по турнирной таблице.